Директор, я им сказала прийти сегодня красивыми. Надеюсь, они оденутся адекватно. Чё, максимально? Красиво! Я про второй спрашивать не буду? Не-не-не, тут по-любому адекватно, ну. Ё-моё! Я не претендую на твоё ё, но твоё. Ладно, там же все собрались в зале. Пошлите. Дядь, ну ё, реально твоё. Да это выражение такое! Ё-моё. Реально моё? Каравай, каравай, кого хочешь? Тебя. Выбирай. Что-то у вас какой-то скучный каравай. Сейчас. Оп. Сейчас будет вам веселье. Гитара, где ты там? Ламбе пикчерс не представляет. Жираф, потанцуем? Класс, кому скучно, есть зелье от грусти. Летели, налетели. Но ее не может быть мое. А они там что, одни? Снег, замуж за меня пойдешь? А я у этого даже спрашивать не буду. Вы классный руководитель. Да. Я как директор хочу пожаловаться. Эти двое сведут меня с ума. О, дядь. Слабо отжаться 300 раз. Дядь. Я директор, твою мать. Тебя смущает только дядь? То есть 300 сможешь, да, отжать? Так и сказала. Да, они вообще не слушаются меня. Девочки, на подоконниках нельзя сидеть. Короче, только стоя, да? Да. Вы что залазите на них? Ну сам же разрешил на них стоять. Дядь, не кашляй, лучше третьим к нам вставай. Меня не дядя звать. Да, пофиг, что терять? Чё, прикольно на окне стоять. А вы что не на уроке в классе? Во-первых, здрасте. Здрасте. А во-вторых, до свидания. До свидания. Блин, кажется ли, развели меня? Да не, кажется.